понедельник в Самарской области малооблачно, без осадков. Температура днем плюс 26-28, ночью до плюс 19. Ветер слабый, восточный 2 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 25, к ночи плюс 20. Ветер восточный 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, плюс 26-29 днем, плюс 20 ночью. Штиль. В Самаре днем ясно, плюс 22-25, ночью малооблачно, плюс 18. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Температура воды в Волге 18 градусов. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.